Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Даувир, фамилия моя Шакиржан. Хотеть ученика для мага глупость. Это мое изречение проходит под номером 225 в списке изречений Даувира Шакиржан. Ну, можно это изречение применять в более расширенной форме, более экспрессивной. Хотеть ученика для мага неимоверная глупость. Ну, вот так будет звучать более экспрессивно. Дело вот в чем, да? Ученик, как я говорил в своем одном изречении, досадная помеха на пути, потому что он отнимает время, он привлекает к себе внимание, ну и, естественно, все время сознание наше отвлекается на ученика. Почему? Потому что ученик, ну, все время влипает в какие-то ситуации. Говорить что-то для ученика, ну вот, скажем так, не приводит обычно нормальных результатов. Ученики считают себя очень умными, и если им что-то говорить, он будет делать с точностью наоборот и не будет делать то, что надо, а то, что скажешь, вот это нельзя делать ни в коем случае, он именно это будет делать, как назло. А потом будет бежать с ситуации, которая появилась в результате его вот намеренного нарушения тех запретов, которые ему были конкретно сказаны. Вот этого ни в коем случае не делай. Он обязательно это сделает, потом прибежит, будет ныть, нудеть, помогите, спасите. Вот я вот такой бедный несчастный. И вот это вот надо, могу. И понятное дело, что хотеть вот такую обузу, ну это действительно неимоверная глупость. А если их много, это вообще туши свет. Это нужно все время заниматься ими и на свой путь, на свои собственные дела. Я не говорю о бытовых вообще. Я говорю именно о магических. На это совершенно не останется времени. Потому что и так мы живем в социуме, в быту, нам приходится вот это тоже вот делать. Каким-то образом вот тоже решать это все. И еще поверх этого вот еще и ученик. А тем более, если их много, да? Ну, вот объяснение моего изречения под номером 225. Хотеть ученика для мага неимоверная глупость. На этом до свидания, до новых встреч.